Подготовка к чемпионату мира по футболу в приоритетах на 2017 год, в том числе и для прокуроров. Основные задачи для сотрудников надзорного ведомства были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области. Так, особое внимание следует обратить на соблюдение законов при подготовке объектов к Мундиалю. Кроме того, необходимо пресекать создание и участие болельщиков в радикально настроенных фанатских организациях. Также в центре внимания сфера ЖКХ, установка тарифов и плата за коммунальные услуги, а также работа управляющих компаний. На них чаще всего и поступают жалобы от жителей. В прошлом году в сфере ЖКХ выявили больше 8 тысяч нарушений закона. Не слабеет контроль и за восстановлением прав обманутых дольщиков. В прошлом году квартиры получили больше 1000 семей. Еще 12 недостроев и 25 домов, не введенных в эксплуатацию, остаются на контроле прокуратуры. Стоит задача постоянного мониторинга соблюдения прав граждан, начиная с самых ранних этапов строительства многоквартирного дома, вплоть до введения его в эксплуатацию. Прокуратуре области принципиально важно обеспечить соблюдение законности при реализации полномочными органами государственной власти мер поддержки в отношении обманутых дольщиков. В 2016 году из приемной президента в адрес прокуратуры направлено 369 заявлений. Большинство обращений касается долевого участия в строительстве, в том числе защита прав обманутых дольщиков, качество коммунальных услуг. Реальные результаты есть и в сфере борьбы с коррупцией. В прошлом году таких преступлений выявили на 10% больше. Удалось привлечь к ответственности на четверть больше взяточников. Выявили 18 посредников во взятках. В 2015-м таких было только 11. Среди других приоритетных направлений работы прокуратуры – это защита трудовых прав граждан, прав несовершеннолетних, а также детей-сирот и инвалидов.